Я тут подумал и решил, давайте немножко поменяем некоторые иконки в меню. Меню. Здесь давайте в шапке сайта, где консультация. Я поменяю все-таки, удалю эту иконку и выберу. Вот где фонта весом, вот именно из этой библиотеки, по-моему, самые хорошие иконки. Вот. Выбираем вот сюда ее. Отлично. Сохраняем меню. Теперь давайте выбираем главное меню. Здесь о магазине. Мы кликаем на саму иконку, выбираем фонд Авесом. И здесь, возможно, шоп нужно ввести. Для страницы именно о магазине. А для каталога также мы выбираем фонд Авесом и вот эту. И вот эту, вот эту. Выбрали. Далее у нас есть контакты. Давайте поменяем также на фонд Авесом. Выберем что-нибудь типа фон. Вот так вот. И доставка и оплата выберем. Вот Авесом. Там, где много машин же было у нас, что-то можно было там что-то приятное выбрать. Вот. Вот такую можно иконку выбрать. Все, сохраняем изменения. Теперь, значит, главное, давайте для клиентов. Для клиента выбрать кликаем. Значит, меню для клиентов. Также о магазине выбираем. Фонд Авесом. Шоп. Каталог. Меняем также иконку. Фонд Авесом. Вот эту мы ставим. Доставка и оплата. Также меняем, ищем где машины, а фонд Авесом, убираем вот этот фильтр шоп и ищем мы где много машин. Вот. Так, и контакты. Также берем, все-таки фонд Авесом библиотека, она самая такая, самая лучшая. Фон выбрали. Сворачиваем, сохраняем изменения. Все, выбираем следующее меню. Значит, главное для клиентов, каталог не трогаем, популярное не трогаем. Шапку мы поменяли. Ну-ка, давайте перейдем на сайт и посмотрим, что у нас получилось. Смотрите, о магазине, доставка, контакты, все хорошо. Лучше намного стало. В подвале тоже все отлично. Вот эти ссылочки мы потом уберем. Просто на сайте образцы я хочу также посмотреть в подвал. Все то же самое. Все отлично. С настройкой меню мы также закончили. Подвал сделали. Теперь двигаемся дальше.